Здравствуйте, начинаем нашу лекцию, завершающую изучение задач Кеплера. Так что она будет посвящена интегралу Лапласа. Интеграл Лапласа и уравнению времени Кеплера. Уравнение времени Кеплера. Начнем с интеграла Лапласа. Интегралом Лапласа называется вектор I, равный единице на m, векторное произведение r с точкой на вектор киномомента k минус мю r на r. Вот такой вектор называется интегралом Лапласа. Значит, здесь r — это радиус вектора точки, движущейся в центральном поле силы, радиус вектор r. Кинетический момент — это, напоминаю, это векторное произведение радиус вектора на скорость v. И напоминаю, что в нашей задаче кинетический момент сохраняется. Это постоянный вектор. М – масса, мю – гравитационная постоянная. Утверждение первое. Этот не зря это называется интегралом. Этот вектор постоянен, не меняется с течением времени. И кроме того, этот вектор лежит в плоскости орбиты. Кроме того, и принадлежит плоскости орбиты. Но я напомню, что у нас плоскостью орбиты называлась плоскость OXY. Так что вот и принадлежит плоскости OXY. Ну, давайте докажем. Давайте докажем. Покажем, что производная первого... Вычислим сначала производную первого слагаемого здесь. Полную производную в силу уравнений d по dt от r с точкой k разделить на m от этого векторного произведения. Здесь получается векторное произведение ускорения r две точки умножить на k на m. Поскольку вектор k постоянен, то производная второго со множителя равна нулю, следовательно, больше мы ничего не дописываем. Далее. У нас получается двойное векторное произведение r две точки на вектор k, деленный на массу, то есть на векторное произведение r с точкой. R с r с точкой. Так, ну давайте мы... Что мы с этим сейчас сделаем? Давайте мы вспомним уравнение движения. Значит, уравнение движения у нас выглядели следующим образом. R две точки равно минус μ r разделить на r на модуль r в кубе. Да, и, соответственно, подставим это выражение в наше равенство. Минус μ r разделить на модуль r в кубе. R с R с точкой. Ну и теперь можно раскрыть по формуле бац минус цап. Что у нас получится? R умножить на скалярное произведение минус мю R разделить на модуль R в кубе на R с точкой минус R с точкой на скалярное произведение мю r скалярно с r разделить на r на модуль r в кубе. Ну и поскольку у нас первый вектор был со знаком минус, то здесь надо поставить знак плюс. Вот так. Ну и давайте распишем это следующим образом. Значит, минус
радиус вектор r умножить на мю r на модуль r в кубе на r с точкой плюс r с точкой мю разделить на r. Вот мы уже приближаемся к тому, что нам надо вычислить. И вдобавок я обращаю внимание на следующее равенство. Поскольку у нас скалярный квадрат радиус вектора — это r в квадрате, то, дифференцируя по времени левую и правую часть, получаем, что скалярное произведение радиус вектора на скорость — это скалярное, это произведение длины радиус вектора на производную длины радиус вектора. Можно знаки вектора убрать. Тогда у нас получается минус r мю разделить на модуль r в кубе умножить на r r с точкой r с точкой плюс мю разделить на r с точкой. Замечательно. Поскольку здесь модуль r в кубе это то же самое, что r, сокращаем, и у нас получилось минус радиус вектор мю на r в квадрате на r с точкой плюс мю разделить на r с точкой. Это как раз то, к чему мы стремимся. Я утверждаю, что вот эта сумма является полной производной второго слагаемого в интеграле Лапласа, то есть равна произведению производной по времени мю на r на r на r. Ну, действительно, если по правилам Лейбница раскрыть, то получится ровно то, что мы и хотели получить. Отсюда следует, из этого длинного равенства, следует, что полная производная интеграла Лапласа равна нулю, что и требовалось доказать. Интеграл Лапласа постоянен. Ага, да, еще надо доказать, что вектор Лапласа, его называют еще вектор Лапласа, потому что это векторный интеграл. Вектор Лапласа принадлежит плоскости OXY. Ну, как можно это легко увидеть? Надо скалярное произведение посчитать. Значит, скалярное произведение вектора Лапласа с вектором киномомента, который, я напомню, перпендикулярен плоскости OXY. Ну, давайте вот просто возьмем и умножим. Первое слагаемое даст нам 0, потому что это будет смешанное произведение с двумя одинаковыми векторами. Второе слагаемое остается. У нас получается минус мю на r на k. Но поскольку у нас r перпендикулярно k, то скалярное произведение тоже равно нулю. То есть вектор Лапласа всегда лежит в плоскости орбиты. Прекрасно. Давайте докажем, выясним, куда именно указывает этот вектор на орбите, в какую именно точку. Первый вариант. Давайте рассмотрим сначала вырожденный случай, когда киномомент равен нулю. То есть константа интеграла площадей c, которая равна r квадратно фи с точкой, равна нулю. В этом случае напоминаю, что траектория принадлежит прямой, да, движение происходит по прямой. Ну и если мы просто выясним, подставим сюда нулевое значение для вектора киномомента, у нас получится, что, собственно, этот вектор Лапласа у нас тоже он противоположно направлен радиусу вектору, да, значит, следовательно, он эту прямую как раз и определяет. Да? То есть это вектор на этой прямой. То есть если у вас движение происходит с нулевой константой площадей, то вектор Лапласа просто сонаправлен с этой прямой, по которой двигается точка. Второй вариант. Если константа площадей не равна нулю. Давайте рассмотрим. И далее мы рассмотрим первый случай.
докажем для c неравным нулю утверждение, что в этом случае интеграл вектор Лапласа равен нулю тогда и только тогда, когда орбита круговая. Орбита круговая. То есть эксцентриситет равен нулю. Эксцентриситет равен нулю. Ну, давайте в какую-нибудь сторону, давайте посложнее, в сторону. Пойдем из того, что интеграл Лапласа равен нулю. Значит, тогда у нас и равно нулю. Следовательно, мю разделить на r равно единице на m на векторное произведение r с точкой на k. Умножаем скалярно левую и правую часть на скорость, на r с точкой. Слева получается мю r на скалярное произведение r на r с точкой, а справа получается 0, потому что здесь есть r с точкой и здесь r с точкой. Получается 0. Отсюда следует, ну вот даже вот сюда можно посмотреть, что r с точкой равняется нулю, следовательно, r квадрат равен константе. Орбита круговая. В обратную сторону, ну, можно пройти и получить тоже верное утверждение. Так. Прекрасно. Значит, если теперь рассматриваем общий случай и доказываем общее утверждение, что если вектор Лапласа не равен нулю, то он указывает в перицентр орбиты. Орбиты. Ну, утверждение надо сформулировать. Для того, чтобы с ним разобраться, надо указать, что такое перицентр. По определению, перицентр орбиты – это точка орбиты, которая находится на минимальном расстоянии от притягивающего центра. Давайте я так покороче напишу. Такая, что длина радиус вектора r минимальна. Ближайшая к притягивающему центру точка. Давайте мы посмотрим на наш график и траекторию. Вот на нашем картинке перицентр у нас лежит на оси x. На оси x. Это ближайшая точка орбиты. Ну, действительно, как это показать? Вот у нас уравнение орбиты. Мы знаем, что косинус φ не превосходит единицы. Следовательно, r больше либо равен, чем p разделить на единицу плюс e. Причем r минимальное равно p разделить на единицу плюс e. И достигается это при φ, когда косинус φ равен единице, то есть когда φ равен нулю. Вот действительно точка, вот эта точка является, я просто словом напишу, перицентр. Минимальное расстояние до притягивающего центра. Ну, давайте доказывать. Сначала мы с вами вычислим векторное произведение. Давайте обозначим вот радиус вектор точки перицентра. Это РП. Ну, давайте лучше русской буквы РП. Радиус вектор перицентра. Чем у нас характеризуется? Ну вот поскольку расстояние минимально, да, то производная квадрата расстояния в этой точке должна быть равна нулю.
То есть векторное произведение РП на РП с точкой равна нулю, так как функция R квадрат имеет минимум. Здесь РП – это радиус вектора перицентра, РП с точкой – это скорость точки в перицентре. Скорость точки в перицентре. Вот это первое, что нам сейчас понадобится. Давайте скалярно умножим вот этот радиус вектора перицентра на… Нет, не скалярно, векторно. Умножим на вектор Лапласа. Если мы получим 0, то тогда окажется, что эти два вектора коллинеарны. Это будет первая часть нашего доказательства. Ну, опять придется нам здесь подставлять. Получается, единицу на m мы сразу занесем внутрь скобки, поделив кинмомент на массу. У нас получится rp. Поскольку вектор Лапласа постоянен, то я в любой точке могу подставлять, естественно, любую точку, поэтому я перицентр подставлю. Потому что он одинаковый, какую бы точку я ни подставила. Здесь получается кинмомент у нас. Значит, РП, кинмомент, деленный на массу, векторно умноженный на РП с точкой. Так. Минус мю Р. Векторное произведение перицентра на перицентр. Векторное произведение двух коллинеарных, ну, одного и того же вектора на себя – это 0. Прекрасно. Остается только первая скобка. Но ее мы раскрываем по бац минус цап. Получается радиус перицентра на скалярное произведение РП на РП с точкой минус минус РП с точкой на РП в квадрате. Так. Я векторно умножала. Что-то мне это все не нравится. Ага, потому что я вот здесь... Так, я сейчас сотру. Может быть, это даже неправильно подставила. Там же еще одно векторное произведение. Тут их получится много. Пропустила кое-что. Вот. РП векторно на РП с точкой на РП и опять на РП с точкой. Вот. Вот так вот. Потому что внутри у нас вектора Лапласа двойное векторное произведение уже есть. Так, минус мю R на РП векторно с РП. Это 0. Фух, продолжаем. А сейчас мы... Ну, бац минус цап. Опять получается бац минус цап. Только... ну, как нам попроще это сделать? Ну, прям в лоб будем делать, все равно получится. РП вектор с точкой на скалярное произведение РП с РП... С РП с точкой. Вот. Так. Минус вектор РП на РП с точкой. Это вот цап у нас получается. Умножить на скалярное произведение РП с РП с точкой. Во. Отлично. Отлично. Первое слагаемое равно нулю, потому что у нас здесь два коллинеарных вектора в смешанном произведении, это 0. А второе слагаемое равно нулю, потому что здесь стоит вот это скалярное произведение РП на РП с точкой. Следовательно, это тоже 0. В итоге получается 0, как мы и хотели. То есть мы доказали, что вектор перицентра параллелен пока что вектор Лапласа и. Ну а вообще-то говоря, вектор Лапласа может указывать как в перицентр, так и из перицентра, да, если мы его так нарисуем. Пока что мы доказали, что они просто коллинеарны. А нам надо бы еще доказать, что именно в перицентр указывает. Для этого мы посчитаем скалярное произведение.
шкалярное произведение этих двух векторов. Здесь тоже придется немножко потрудиться. Значит, план такой. Посчитаем скалярное произведение. Если он окажется больше нуля, то это значит, что угол острый. А до этого мы доказали, что они параллельны. Следовательно, раз получится, что они сонаправлены. Нас интересует знак этого скалярного произведения. Ну что же, что же делать надо? Представлять. РП умножить на R с точкой, вот я здесь не ошибусь, РП на РП с точкой. Так, киномомент, Лаплас и еще скалярно. Только здесь скалярное произведение. Там было векторное, а здесь скалярное. Минус мю на РП, конечно, да? R перед центром. На R перед центра в квадрате. На R перед центра в квадрате. Прекрасно. Ну что мы здесь можем сделать? Мы здесь сейчас в смешанном произведении переставим порядок сомножителей по циклической перестановке. Второй пойдет на третье место, третий пойдет на первое место, а первый на второе. Тогда у нас знак не поменяется. В таком произведении, в смешанном, можно все эти векторы переставлять. И у нас получится скалярное произведение РП на РП с точкой. И здесь тоже РП на РП с точкой. А здесь сократим пока что, получим μ на РП. Внизу у нас стоял радиус перицентра в первой степени, а вверху в квадрате. Поэтому получим минус μ на РП. Так. Что же мы сделаем дальше с этим? Ну, это длина векторного произведения, радиус перицентра и скорости. Ну, давайте ее вычислим. Что же нам? Ну, это несложно. Значит, это длина, квадрат длины векторного произведения. При этом мы знаем, что эти векторы перпендикулярны. Вот здесь из... Вот я сейчас так напишу. Радиус, вектор точки перицентра перпендикулярен скорости. Это из этого нашего скалярного произведения следует. Поэтому длина векторного произведения — это просто более квадрат длины. Радиус перицентра в квадрате на скорость в перицентре в квадрате минус μ на РП. Так, минус μ на РП. Ну все, давайте теперь уже подставлять. Как мы вот здесь вот написали, радиус перицентра — это РП у нас μ, P на единицу плюс Е, P на единицу плюс Е. При этом, кроме того, у нас гравитационная постоянная и фокальный параметр μ связан формулой μ равно c квадрат разделить на p. c квадрат разделить на p. И осталось нам посчитать... Давайте сюда перейдем. Вот эту скорость в перицентре в квадрате. А мы ее можем легко посчитать вот отсюда, из нашей этой картинки, следующим образом. Вспоминаем, что скорость в полярных координатах — это r с точкой ER плюс r фи с точкой ЕФИ. Длина радиус вектора минимальна, поэтому в перицентре РП в перицентре вот здесь вот получается 0, просто равно r фи с точкой. R фи с точкой ЕФИ. Тогда модуль скорости в перицентре равен... Ну, давайте нам в квадрате надо. Давайте прямо в квадрате писать.
r квадрат фи с точкой в квадрате. А теперь воспользуемся интегралом площадей. Интеграл площадей у нас вот r квадрат фи с точкой равно c. То есть это r в четвертой фи с точкой в квадрате разделить на r в квадрате. То есть c в квадрате разделить на r перицентра в квадрате. Вот такая получилась замечательная формула. Замечательная формула. Ну и теперь продолжаем наше равенство. И надеемся, что получится положительная величина. Представляем все, что мы знаем. P квадрат на единицу плюс e в квадрате умножить на c квадрат. Давайте мы даже здесь попроще получится. Давайте r перицентра в квадрате на c квадрат на r перицентра в квадрате. Так, это мы подставили вот это. Минус мю на r перицентра. Так, получается c квадрат минус c квадрат делить на p умножить на r перицентра. Вот теперь подставляю вот эту p. P на единицу плюс e. Сокращаем, c квадрат выносим, единица минус единица на единицу плюс e. То есть получается c квадрат на что там у нас? E разделить на единицу плюс e. Все. Эксцентриситет положительная величина для любой орбиты, кроме круговой. И, соответственно, у нас получилось в итоге, что вот это скалярное произведение больше нуля. При e больше нуля. Ну, естественно, у нас получился здесь в числителе эксцентриситет. Если эксцентриситет равен нулю, то есть орбита круговая, то у нас и, как мы уже показали, вектор Лапласа равен нулю, и, следовательно, это скалярное произведение будет нулевое. Но в любом, для любой не круговой орбите вектор Лапласа, если его нарисовать из начала, из притягивающего центра, то вот он направлен в перицентр. И. Таким образом, если у вас заданы начальные условия, то есть радиус вектор и скорость, то есть киномомент, то вы вычисляете этот вектор в пространстве и сразу узнаете, где у вас перицентр орбиты, где будет самая близкая точка. И это верно, мы нигде не пользовались, что орбита эллиптическая для любых орбит, для параболической, для гиперболической, для любых. Так, вот так. Значит, смысл доказательства такой немножко жонглировать формулами, тут надо все эти векторные произведения правильно расписать, скалярные и так далее. Но вот такой получается физический смысл этого векторного интеграла. Так, вроде бы все про интеграл Лапласа, все, что хотела, сказала. Давайте перейдем к уравнению времени Кеплера. Так, прекрасно. Значит, мы пока что с вами только определили, какие получаются орбиты. Показали, что это кривые второго порядка, либо траектория принадлежит прямой, либо, если задача не вырожденная, то окружность, эллипс, парабола, гипербола. Но как время найти, да? То есть вот как у нас время течет на этой орбите? Мы нашли зависимость радиус вектора от φ, а теперь мы хотим найти зависимость r от t и φ от t. Да? Как время, как стечение времени точка двигается по орбите? Ну, понятно, что нам надо искать функцию φ от t. Как только мы ее найдем, подставляя сразу в уравнение траектории, находим r от t. Для того, чтобы найти, значит, ищем φ от t. Для того, чтобы найти эту функцию, вспоминаем, что у нас есть интеграл энергии. Ну, давайте я его сразу напишу в удобном. Интеграл энергии это хорошо, у нас действительно есть, но мы из него находили траекторию. У нас есть еще интеграл площадей. Значит, интеграл
площадей. Что это такое? Значит, r квадрат φ с точкой равняется c. На это уравнение можно посмотреть как на уравнение с разделяющимися переменными, где искомой функцией является функция φ от t, а независимой переменной — время. Действительно, подставляем нашу траекторию p квадрат на единицу плюс e косинус φ в квадрате на dφ по dt равняется c. Левая часть зависит только от неизвестной функции φ. Правая часть, вообще постоянная величина, зависит от начальных условий. P и E тоже постоянные. Следовательно, вот это уравнение имеет следующее решение. Интеграл dφ, единица плюс E косинус φ в квадрате равняется интеграл c разделить на p квадрат dt. Ну и давайте здесь подставим, ну, например, какие-то начальные значения от φ0 до φ, а здесь от t0 до t. То есть в момент времени t равно t0 точка имела координату φ0, и, соответственно, момент времени t будет иметь координату φ. Если мы вычислим интеграл в левой части, то мы получим слева функцию угла φ, а справа простое выражение для времени. Вот. То есть наша задача сейчас посчитать вот этот определенный интеграл в левой части. Справа у нас получается, конечно, c и p константы, c на p квадрат на t минус t0. Как посчитать этот интеграл? Этот интеграл берется следующей заменой переменных. Тангенс φ пополам равен корень квадратный единица плюс е на единица минус е тангенс у пополам. Сейчас проверю, чтобы у меня был правильно. Да, все верно написала. Вот такая замена. Замена переменных. Замена. Не буду сейчас тратить на это время, но из вот этой замены у нас легко, из этого равенства, мы можем перейти к равенству другого вида. Единица плюс е косинус φ равно единица минус е квадрат на единица минус е косинус у. Вот. Можно проверить просто переходом к полному углу. То есть я сейчас буду пользоваться вот этой формулой тоже наряду с этой. Ну, казалось бы, да, надо просто все аккуратно сделать. Давайте, значит, дифференцируя левую и правую часть, тоже это оставляю в качестве упражнения, можно получить, что дифференциал угла φ вот так вот выглядит. Корень квадратный, единица минус е квадрат в числителе, на единицу минус е косинус у ду. Ну вот, это я доказывать не буду, это надо просто посчитать. Это времени у нас сейчас нету. Так, ну давайте мы все-таки подставим эти недоказанные утверждения, подставим вот сюда. Что у нас получится? Вот преобразовываем под интегральное выражение dφ на единицу плюс е косинус φ в квадрате. dφ дифференциал подставляю, корень единицы минус е квадрат du разделить на единицу минус е косинус у. И теперь в знаменателе подставляю единицу плюс е косинус φ. Значит, у меня в квадрате. Получается единица минус е в квадрате, единица минус е косинус у в квадрате. О, какая красота! Зачеркиваем здесь степени и получаем, что слева интеграл от у0 до у du du, но сейчас мы напишем, в какой степени.
Значит, единица минус e квадрат в степени. Значит, здесь вторая, здесь одна вторая. Значит, минус 3 вторых на единица минус e косинус u du равняется c разделить на p квадрат на t минус t0. На t минус t0. Это уже берется. Получается слева u минус e плюс e синус u. Надо подставить еще нижний предел. Не буду пока, сейчас объясню. Равняется c на p в квадрате на t минус t1. Я здесь, значит, исходно у нас при t равное t0 угол равен был φ0 или u0. А теперь у нас при t равном t1 у имеем вот прямо из этой формулы. Просто перенесла этот момент времени, другой интеграл немножко написала. У равен нулю. У равен нулю. Ну, на самом деле, несложно догадаться, когда у равен нулю, у нас фи тоже будет равен нулю. То есть фи равно нулю. То есть в этот момент времени t1 точка проходит перицентр, тот самый перицентр, в который направлен вектор Лапласа. Вот. И это число, оно должно быть вычислено там как-то по начальным условиям нашего движения. Так, и что же я потеряла? Конечно, я потеряла вот эту степень. Черт побери. Значит, давайте здесь запишем. Единица разделить на единица минус e квадрат в степени минус 3 вторых. Вот. Вот теперь все правильно. Коэффициент же надо убрать. Вот эта величина, которая здесь стоит при коэффициенте t, называется nc, единица минус e квадрат в степени 3 вторых, разделить на p в квадрате. P в квадрате. Ну, можно p в квадрате подставить через c квадрат, ну, даже не будем. Эта константа, зависящая от начальных условий, от фокального параметра, эксцентриситета и константы площадей, ну, давайте оставим в таком виде, она называется среднее движение. Среднее движение. Вот так интересно. Это еще связано со скоростью движения по орбите. Давайте мы... почему же это среднее движение попытаемся найти, попытаемся осознать. Мы оставим это на секундочку. Потом разберемся, почему это среднее движение. А сейчас обсудим замену. Вот что же у нас это за замена такая была? Что это за переход от угла φ к углу u? Почему он такой, что это за вообще, какой механический смысл имеет переменная u? Давайте это нарисуем прямо на доске. Пока что мы просто формально ввели такую замену. Но у этой замены есть геометрический смысл. Сейчас я покажу, какой. Значит, геометрический смысл я буду показывать вот для эллиптической траектории. Вот здесь для эллиптической траектории. Значит, побольше места оставляем. Вот у нас эллипс. Я его довольно сплюснутым нарисую. Вот именно в таких осях нарисую, как у нас здесь тоже в таких же осях. Нарисовано в канонических осях для этого эллипса. Координаты x, координаты y, притягивающий центр в фокусе S.
Это малая полуось, здесь большая полуось. Давайте нарисуем окружность, которая получается из этого эллипса растяжением по оси Y. То есть окружность радиуса А. Давайте напишем О, это точку Б, штрих, да, это Б, А. Значит, О, Б, штрих равняется А. И ОА равняется А. Растянули эллипс до окружности радиуса А. Так вот, если угол фи, угол фи у нас вот здесь, это полярный угол, причем начало отсчета этого угла в притягивающем центре, то давайте теперь вот эту точку вот сюда поднимем наверх, ну, как бы вдоль оси Y дотянем его до этой окружности, потом проведем радиус-вектор, и вот тогда вот этот угол будет именно переменная U. Вот такая картинка. Сейчас, чтобы мне... Угол фи называют в небесной механике истинная аномалия, аномалия. И угол фи называют эксцентрическая аномалия. Вот. То есть, ну, вообще-то говоря, мы просто формально сделали эту замену, но вот оказалось, что у нее есть такой геометрический смысл. Давайте мы его докажем, потому что пока что я только без доказательства. Давайте мы рассмотрим, ну давайте вот здесь вот напишем точку P2 штриха, проекцию точки P на ось X обозначим P2 штриха. Ну и давайте выясним, что OP2 штриха это OP штрих на косинус U, но точка P штрих лежит на окружности, поэтому OP штрих равняется А, А косинус У. С другой стороны, ОП2 штриха равняется ОС, ОС плюс СП2 штриха. СП2 штриха. ОС пока оставляем, а СП2 штриха это вот тот самый наш радиус-вектор, СП умноженный на косинус фи. Так, что такое ОС? ОС – это расстояние между центром эллипса и фокусом. Сейчас я посмотрю, как они связаны. Фокус, вот этот фокус С у нас находится на расстоянии ПЕ разделить на единицу минус Е квадрат от центра эллипса. Угу. Так, замечательно. И теперь осталось все подставить, всю эту ерунду, и получить верное равенство. Итак, слева у нас стоит А косинус У, справа у нас стоит ПЕ на единицу минус Е квадрат, плюс СП, то есть П на единицу плюс Е косинус фи. Вот так, да? На косинус фи. Угу. Прекрасно. Так, вот я вот к этой формуле буду вести. Ну, как мы сейчас это сделаем? Мы сейчас вот эту дробь продолжаем это равенство, чтобы мне все-таки не врать. Единица минус е квадрат плюс. А вот мы сейчас ПЕ косинус фи на е домножили числитель, значит, на е разделили. И мы сюда прибавим единичку и вычтем единичку. А, только надо, знаете, надо не на единичку, вот так вот, вот так сделать,
чтобы у нас разделилось, чтобы у нас косинус фи исчез из знаменателя. Так, сколько у нас времени? 45 минут. Нормально, успеваем. Тогда ПЕ на единицу минус Е квадрат. Угу. Так, плюс, что у нас там Е квадрата? Угу. Плюс П разделить на Е на единицу плюс, нет, просто П разделить на Е. Это первое слагаемое. Минус П разделить на Е на единицу плюс Е косинус фи. Так, во. Отлично. Прекрасно. Вот это складываем. Получаем Е на единицу минус Е квадрат. ПЕ квадрат плюс П минус ПЕ квадрат. Сокращаем. И в итоге у нас получается. Переносим второе слагаемое в левую часть, а это в правую часть. Получается P разделить на E единица плюс E косинус фи. Туда перенесли. Теперь здесь P разделить на E на единицу минус е квадрат. Это оставили в той же части, что и было. И еще а косинус у перенесли туда. Минус а косинус у. Но а это p разделить на единицу минус е квадрат на косинус у. Вот. Я воспользовалась здесь тем, что а большая полуось эллипса равно p на единицу минус е квадрат. Единица минус е квадрат. Угу. Прекрасно. Вроде бы все правильно. Ну, конечно, надо опять привести к общему знаменателю е на единицу минус е квадрат. Правую часть. Что у нас получается? Здесь просто получается p минус pe косинус у. Так, а теперь давайте зачеркивать. В этом равенстве все, что нам не нравится. Е зачеркнули, П зачеркнули и окончательно получили единица плюс Е косинус У равно единице минус Е квадрат. В итоге окончательно получаем вот эту форму. Не буду ее переписывать, она уже здесь есть. Просто эту дробь переворачиваем и все. Итак, мы показали механический, геометрический смысл эксцентрической аномалии, переменной У. Эксцентрической аномалии, переменной У. Вот. Ну, теперь вернемся к среднему движению, да, вот к нашему уравнению времени и к среднему движению. Потому что, смотрите, что у нас произойдет. Ну, давайте мы... Вот как у нас было написано, при t равном t1, u равно нулю. Давайте посмотрим, что у нас произойдет через период. При t равном t1 плюс период движения по нашему эллипсу. У нас полярный угол φ, значит, станет равен 2π. Ну и эксцентрическая аномалия тоже станет равна вот отсюда, из этого доказательства. Видно, что она тоже будет равна 2π. У равно 2π. 2π. Таким образом у нас получится, подставляем в это уравнение, у равно 2π, синус 2π равен единице, ой, нулю, господи, е на 0, равняется. Ну давайте, это наша... Среднее движение n умножить на t1 плюс t минус t1 на t. То есть период это 2π разделить на n. Вот очень легко мы получили. U плюс e синус u равно n t минус t1.
среднее движение. Это получается равно n равно 2π разделить на время, то на период движения по траектории. То есть получается, что это средняя скорость изменения угла. Средняя скорость изменения угла φ, например. Да? Вот. Ну, можно это было получить и с помощью там, формул связи между c, p и e. Ну, мы вот таким образом получили среднее движение. Вот как связано среднее движение с периодом. Так. Таким образом, у нас получилось полностью решить задачу Кеплера о движении точки в притягивающем центре S. Мы нашли траектории, и сегодня мы окончательно нашли перицентр, ну, как найти перицентр с помощью векторного интеграла Лапласа, и как найти движение по этому эллипсу. Я обращаю ваше внимание, что вот это уравнение не так уж и просто разрешить относительно u от t. То есть функцию u от t получить отсюда в элементарных функциях невозможно. Трансцендентное уравнение чуть ли не одно из первых, которое получилось. И как раз поскольку его надо было решать аккуратно, для того чтобы следить за движением планет по небесной сфере, вот, то на его основании развелось очень много математических разделов, разложение в ряды Фурье и приближенные вычисления, вот, именно благодаря вот этому знаменитому уравнению Кеплера. Уравнение времени Кеплера. Уравнение времени Кеплера. Как мы с вами покажем чуть позже, к задаче Кеплера сходится движение двух тел взаимогравитирующих, да, и поэтому задача Кеплера является базовой для небесной механики. И в каком смысле базовый? Если какие-то есть возмущения, они всегда есть. Например, вы хотите рассматривать движение спутника в атмосфере, да, и вы знаете, как, ну, не в атмосфере, а в верхних слоях атмосферы, где, например, вам надо учесть влияние воздуха. Так вот, вот это влияние воздуха будет малым по сравнению с силой притяжения к Земле. Вы можете использовать эту задачу как нулевое приближение для всяких различных последующих задач. С помощью нее исследовать уже более сложный, более приближенный к практике задачи. Хотя и это, конечно. Вот это классическое, то, что надо всем механикам хорошо понимать. Вот. Я обращаю внимание, что на экзамене, конечно, целиком ни в один билет эта задача не войдет, поэтому, например, кому-то может остаться только уравнение времени. Я прошу вас, когда вы рассказываете на экзамене, начинать всегда с постановки задачи. Должна быть всегда, даже если вы рассматриваете самое окончание задачи Кеплера, начинать надо с постановки задачи. То есть с того, где, как двигается тело, под действием каких сил, какие там прочие всякие обстоятельства. Потому что начать с середины нельзя отвечать. Надо всегда четко понимать, какую именно задачу вы решаете. Ну ладно. Задача Кеплера тогда прощаемся. В ней много всяких вычислительных трудностей может быть, именно вот жонглирование формулами. Ваша задача уловить основную суть, как какие-то опорные пункты, что именно мы хотим получить. Всегда можно там разобраться с техникой, но вам главное надо важно понимать суть дела. Все. Стираем и переходим к следующей теме. Следующая тема у нас о движении точки по поверхности или по кривой. Это первый случай, когда мы будем рассматривать задачу с наложенным, задачу о движении механической системы с наложенными связями. Итак, движение по поверхности. Пусть у нас есть инерциальное пространство, в нем введена система отчета x, y, z. И в этом пространстве задана некоторая поверхность.
своим уравнением f от радиуса вектора и t равно нулю. Значит, время t, если в явном виде входит время t вот в эту функцию, это означает, что поверхность движется относительно нашей системы отсчета. Поверхность движется относительно системы отсчета. Ну, например, давайте какой-нибудь пример, чтобы у вас одно уравнение скалярное, да, ну, например, если у нас декартовые координаты x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат равно, например, v t в квадрате, да, это означает, что у нас точка находится на раздувающемся шаре, да, радиус которого растет линейно с течением времени. Раздувающийся шар. Ну вот в явном виде. Поверхность двигается. Отлично. Нам не важно, из чего, каким образом это уравнение в материальном мире обеспечивается. Значит, мы рассматриваем движение точки по поверхности. Рассматриваем движение по поверхности. Это означает, что для любого момента времени t, если мы подставим движение, если r от t — это движение точки, то при подстановке этого движения в уравнение поверхности должен получаться тождественный ноль. Да? То есть у нас это означает, что в каждый момент времени точка находится на поверхности r от t. На точку действуют какие-то силы, какие-то силы действуют f. Значит, кроме того, на точку действуют силы f. Ну, как у нас было и раньше, для свободных точек силы f заданы как функции времени, радиус вектора и скорости точки. Вот эти силы мы теперь будем называть заданные или активные силы. Заданные или активные силы. Я обращаю внимание, мы их знаем в каждый момент времени. Если мы знаем радиус вектора, если мы знаем скорость и момент времени, то мы знаем выражение для f. Теперь нам надо выяснить, как составить уравнение движения. То есть мы движение точки, вообще-то говоря, заранее не знаем. То есть предположим, что на нашем раздувающемся шаре там ось z направлена вертикально вверх, действует сила тяжести, и у нас лежала точка, ей задали начальную скорость. Нам сказано, что каким-то образом она остается на этом шаре. Вот. Нам надо найти движение, то есть в итоге функцию r от t. Как ее искать? Как составить уравнение движения? При движении свободной точки мы с вами писали, система отсчет была инерциальная, масса умножить на ускорение точки равно заданной силе f от t, r и v. Понятно, что если мы вот так напишем уравнение движения, то, скорее всего, точка, получившаяся, и решим его, да, и потом решим, найдем r от t, то, скорее всего, точка сойдет с этой поверхности. Никто ее не... Ну, почему? Почему вдруг она должна под действием заданной силы двигаться именно по поверхности? Поэтому мы берем и в правую часть добавляем еще одну силу, которую называем r. И это называется аксиома освобождения от связи. Аксиома освобождения от связи. Ну, какая-то странная аксиома,
Ну, значит, говорится, если уравнение, которое мы обычно пишем, не работает, давайте добавим в правую часть дополнительную реакцию. Ну, а что же делать? Действительно, больше ничего не остается. Аксиома освобождения от связи гласит, действие связи на точку сводится, обеспечивается действием, обеспечивается действием дополнительной силы, называемой реакцией связи R. То есть мы говорим, давайте вместо того, чтобы непонятно как рассматривать, вообще у нас уравнения вообще не было, мы скажем, давайте мы как обычно будем рассматривать наше уравнение MA равно F, T, R, V. Да? Просто добавим сюда R, а про связь забудем. Но если мы сделаем просто вот так, то понятно, что мы тогда можем обеспечить что угодно здесь, в правой части. Добавив сюда ту функцию, которую мы, ну вот R, мы же ее не знаем заранее, чему она равна. Мы можем получить что угодно. Какая-то слишком большая свобода у нас получается. Чтобы от этой свободы немножко себя сузить и получить то, что имеет отношение к действительности какой-то. Далее делается следующая вещь. Введем нормаль к поверхности, вектор единичной нормали, градиент f от r, деленный на модуль градиента f от r. От r. Я в дальнейшем градиент еще буду обозначать вот таким символом df по dr. Это тоже градиент. Частная производная функции f скалярной по радиус-вектору, по r. Ну, мы с вами уже, когда потенциальные силы обсуждали, мы обсуждали, что такое вектор градиента. Утверждается, что если мы такой вектор в каждый момент времени будем вычислять, то получится единичная нормаль к поверхности в точке с координатами r. Давайте ее здесь нарисуем. Если функция f задана, то и нормаль тоже задана. Нормаль. Теперь мы говорим, давайте разложим реакцию на две составляющие. Rν на ν плюс R тау. Разложим вот эту реакцию в правой части на сумму двух слагаемых. Причем R тау проекция на вектор ню равно нулю. Ну и вот это r ню, это просто проекция на нормаль. Давайте ее сейчас здесь нарисуем. Вот у нас была поверхность, приложили эту силу r и разложили по двум векторам, по ню, и вот здесь где-то получилось в касательной плоскости какая-то r тау. Значит, вот здесь у нас получилось rν на ν, а здесь r тау. Соответственно, rν — это скалярное произведение r на ν. Ну вот, если вектор r заден, то такое разложение однозначным образом мы можем получить. Вот. И дальше мы с вами сформулируем следующее утверждение. Важное для движения системы по поверхности. Утверждение. Давайте мы определение сначала введем. Вот это rν называется нормальной реакцией. Нормальная реакция. Реакция. R тау – касательная реакция. Касательная реакция. Утверждение. По уравнению 1,
и активным силам, и силам F, которая нам задана, нормальная реакция R ню вычисляется как функция радиус вектора и скорости. Таким образом, вот эта реакция R ню не зависит от способа реализации связи. Давайте представим, что я точка, которая двигается по полу. Вот неважно, какой это пол, там, деревянный или из линолеума, или ламинат. Если я на этом полу не проваливаюсь, да, все время по нему хожу, то реакция нормальная, которая действует на меня со стороны связи, однозначным образом вычисляется. Неважно, как он, из чего он там сделан, какие там молекулы, как они взаимодействуют там, с моими молекулами. Нам достаточно знать лишь уравнение этой связи и силы, которые на меня действуют, на материальную точку действуют. Вот. То есть нормальная составляющая связи, она обеспечивает движение вдоль поверхности. Да? Она обеспечивает движение вдоль поверхности. Обеспечивает то, что точка с поверхности не сходит. Вот здесь у меня написано по уравнению, и я сейчас действительно буду пользоваться именно заданным уравнением. Но вообще-то поверхность, она может задаваться разными уравнениями. Да? Я могу одну и ту же поверхность, одно и то же множество точек в пространстве задавать разными функциями. На самом деле можно показать, что от того, какая именно здесь функция написана, реакция не зависит. Да? То есть она действительно зависит только от там, внутренних там, характеристик этой поверхности, то есть геометрии этой поверхности, только от геометрии. Не зависит от параметризации, которую мы тут выбрали. Но это мы уже не будем доказывать. Нам достаточно доказать, что по уравнению поэтому. Так, надо доказать это утверждение. Ну, стираем вот это, оставляем уравнение. Значит, реакция обеспечивает движение по поверхности. Поэтому при подстановке движения сюда R от T должно получаться верное равенство. Поэтому я его сейчас буду по времени дифференцировать. Считаю, что это тождество. Давайте вот первое уравнение один раз продифференцируем аккуратно. DF по DR на R плюс DF по DT равняется нулю. Только вот здесь df по dr на r с точкой. Ну, вот в таком виде, значит, df по dr — это градиент, как я писала, а r с точкой — это скорость. И здесь написано скалярное произведение градиента на скорость. Если вы, например, в декартовых координатах раскроете вот эту инвариантную запись, то вы получите действительно производную сложной функции. Поэтому я вот так и буду действовать, так и буду вот этим пользоваться. Теперь еще раз дифференцируем по времени. Еще раз по времени дифференцируем. D по DT. Как сложную функцию. Что у нас получается? Ну, первое сомножитель дифференцируем сначала по времени. Значит, он у нас зависит от радиус вектора. Поэтому я вот так вот сейчас напишу производную по R. Вот здесь уже стоит d2f по dr в квадрате. Это на самом деле матрица вторых частных производных. И мы ее умножаем на вектор скорости. Матрицу на скорость. Главное в одних и тех же координатах действовать. И тогда все хорошо получится. На r с точкой. Плюс, вдобавок, этот df по dr, градиент, он еще у нас зависит от времени. Да? Но когда по времени дифференцируем, как был вектор, так и останется вектор. Здесь ничего не осталось. Так, это первый сомножитель в первом скалярном произведении. Плюс
df по dr. А второй сомножитель — это скорость при дифференцировании. При дифференцировании у нас получилось вот это. Df по dr на r две точки. И осталось эту функцию продифференцировать. Значит, ну, по времени легко. d2f по dt в квадрате. Плюс еще раз по радиусу вектору. dt dr на r с точкой. Значит, df по dt — это функция была. По r продифференцировали, получился вектор. Здесь скалярное произведение надо написать. Скобочку закрыть. Равняется нулю. Каким образом у нас получилось? Df по dr на r две точки на ускорение равно минус d2f по dt в квадрате минус 2 d2f dt dr на r с точкой и минус d2f по dt квадрат по dr, сейчас, по dr квадрат на r с точкой, скалярно на r с точкой. Знак минус поставил, вот такое равенство, такую заготовку получили. Просто продифференцировав уравнение поверхности, считая, что точка всегда на ней остается. Теперь нам же надо показать, что мы реакцию можем вычислить. Мы берем вот это уравнение, в котором есть реакция. Вместо ускорения дописываем mr две точки и домножаем на вектор градиента. А еще лучше, мы домножим на вот такой вектор, на вектор ню, то есть df по dr в минус 1 на df по dr. Это и есть вектор ню. Да? Домножаем скалярно. Градиент делить на модуль градиента. Тогда в левой части у нас получается масса на модуль градиента в минус 1 на скалярное произведение градиента с ускорением, да, равно проекции функции, заданной функции силы активной плюс нормальная реакция. Нормальная реакция. Касательная реакция обратилась в ноль. Отсюда мы получаем, что нормальная реакция R ню равна минус F на ню. Вот в каком месте она зависит от активной силы. Да, мы сказали, что по силе. Вот, зависит от силы. Плюс M на модуль DF по DR в минус 1. А дальше стоит скалярное произведение df по dr, который мы вычислили уже, посчитав частные полные производные по времени. То, что у нас в красной рамочке стоит. Вот мы это сюда подставляем. Давайте посмотрим, что тут может быть. Сила у нас зависит от момента времени, радиус вектора скорости. То есть записываем это сюда. Дальше. Градиент. Да? Градиент вычисляется в каждой конкретной точке поверхности. Он зависит только от радиуса вектора. Модуль градиента тоже зависит только от радиуса вектора. Прекрасно. Мы его посчитаем. Ну и здесь вот эти все частные производные, обращаю ваше внимание, зависят только от положения точки, только от r и от v. То есть, видите, кроме времени, радиус вектора и первый производный радиус вектора по времени, ничего в реакцию в нормальную не вошло. Только вот это. Только вот это. Значит, поэтому вот это утверждение доказано. Нормальная реакция ρ вычисляется как функция координат скоростей, если задана поверхность уравнения m1 и заданы активные силы f, как функция координат скоростей и, возможно, времени. Хорошо, запомнили. Что насчет касательной реакции? Касательную реакцию вот таким образом уже не найдешь. Нормальную реакцию найдешь всегда, а касательную реакцию не найдешь. Поэтому говорят, что касательная реакция
должна быть задана R тау, должна быть задана как, опять же, функция координат скоростей и времени. Вот эта функция, да, как функция, да, какая-то, как функция. Координат скоростей и времени. Вот это R tau, ее обычно ассоциируют с силой трения, с трением, которое действует при движении по поверхности. Ну, хотя, вообще говоря, у нее может быть любая природа. Главное, чтобы при постановке задачи она должна быть задана. Если вам ее не задают, то вы решить задачу о движении точки по поверхности не можете. У вас слишком много свободы получается здесь. Значит, R tau от T R V входит в постановку задачи. Постановку задачи. Ну, например, могут вам сказать, что при движении точки на вот этом раздувающемся шаре на него действует сила вязкого трения. R tau равно минус K на V. Вот, пожалуйста, у вас все время это касательное будет, раз она по скорости направлена, то... Хотя здесь, конечно... Ну, давайте у нас неподвижная поверхность будет, и вот действует сила вязкого трения на неподвижной поверхности. F от T равно нулю. Значит, это будет касательная составляющая реакции связи, например. Ну, конечно, самый простой вариант просто сказать, что касательная реакция равна нулю. В этом случае говорят, что поверхность гладкая, в механическом смысле, да, вот есть гладкость в смысле там дифференцируемости, вот, а у нас гладкая в том смысле, что касательная реакция равна нулю, трения нет. То есть это то же самое еще, что трения нет. Или, что то же самое, еще говорят, связь идеальная. Вот. Таким образом, в постановку задачи о движении по поверхности должна входить. Первое. Должно входить определение поверхности в виде уравнения 1 или еще как-нибудь, неважно. Второе, активные силы или заданные силы. Их то так называют активные силы. И третье, модель касательной реакции. Например, должно быть сказано, что связь идеальная, трения нет. Вот тогда полностью задача задана. В каком смысле? Давайте вернемся опять к этим уравнениям, которые мы составили. Значит, если у нас вот эти все три пункта есть, то мы пишем: масса умножить на ускорение равно заданной силе F от T RV плюс нормальная реакция R ню плюс касательная реакция R tau. Мы показали, что вот это R ню находится однозначно в виде вот этого утверждения, а все остальное в правой части у нас задано при постановке задачи либо во втором пункте, либо в третьем пункте. То есть справа у нас получается некая функция от координат скоростей и времени. То есть таким образом мы получаем дифференциальное уравнение относительно неизвестной функции R от T.
относительно неизвестной функции R от T, которую мы уже с заданными начальными условиями можем решать и согласно принципу детерминированности получать решение задачи. Нормальную реакцию задавать не надо, она вычислится сама. Найдем движение, найдем нормальную реакцию. Касательную составляющую надо задать. Вот. Вот такая постановка задачи при движении по поверхности. Вообще говоря, вы, в принципе, все это слышали и на физике. Вот просто не говорили вот этих слов и не делали различия между, когда вы решали эти задачи, там, точка двигается по наклонной плоскости. Прекрасно вы, на самом деле, умели это решать. Вот у вас материальная точка. Двигается по наклонной плоскости, действует сила тяжести. И дальше вы говорите, и действует реакция опоры. Или там, ну, так и говорили, реакция опоры. Вот смотрите, что мы там делали. Мы брали, рисовали нормальную реакцию N. И, ну, например, если шероховатая плоскость была, там какое-нибудь трение, мы могли еще там силу трения нарисовать. Давайте сюда нарисуем F. Так вот, что здесь что? Вот эта плоскость, это и есть наше уравнение 1. N — это нормальная реакция Rν, а F — это сила трения, то есть касательная реакция Rτ. И таким образом, просто как бы не было вот этой всей истории, просто вбрали, вычисляли в явном виде N. Ну, собственно, тоже можно вспомнить и увидеть, что это нормальная реакция, зависит от того, чего мы там показали. Просто мы сейчас навели порядок и показали, что вот эта ситуация, да, это нам не просто повезло, да, что мы нормальную реакцию вычислили, не только в этой задаче, мы в любой задаче ее вычислим, в любой, какая бы ни была поверхность, как бы сложно она ни двигалась. Конечно, я все-таки доказала не совсем то, да, я доказала для заданного уравнения, далее вы можете сказать, а вдруг у меня какое-то другое уравнение, то получится такая же реакция или нет? Ответ — да, получится, но это для того, чтобы доказать, надо дифференциальную геометрию хорошо знать. Я сейчас не буду на это тратить время. Так, прекрасно, давайте сформулируем. Пример у нас будет попозже, разобран на другой лекции. А сегодня мы сформулируем закон. Вот так же, как у нас в свободной точке было утверждение, да? Как меняется кинетическая энергия? Да, мы хотим, в конце концов, прийти к закону сохранения полной механической энергии. Поэтому нам надо начать с следующего факта. Изменение кинетической энергии со временем равно мощности активных сил. Так, плюс мощность касательных сил. Причем это верно для неподвижной поверхности и для неподвижной поверхности. Если поверхность неподвижна, то изменение кинетической энергии равно мощности активных сил плюс мощность реакции, касательной реакции. То есть нормальная реакция на неподвижной поверхности, мощность ее равна нулю. Ну, действительно, значит, если поверхность неподвижна, то скорость перпендикулярна нормальной реакции. Подумайте при случае, что происходит, если поверхность двигается, что там со скоростью нормальной реакции и нормальный вектором нормали может происходить. Следовательно, R ню на ню на V равно нулю, следовательно, утверждение теоремы. Ну, точно так же, как в свободном движении мы доказывали. И еще одно утверждение. Теорема о сохранении полной механической энергии. Полной механической энергии. Если поверхность неподвижна, еще говорят, можно сказать здесь так,
Связь не зависит от времени. Связь не зависит от времени. Это более общая фраза, то есть частное производное уравнение поверхности по времени равно нулю. И связь идеальна. Давайте напишем 1, 2 и 3. Силы консервативны, то сумма кинетической энергии и потенциальной энергии V равняется константе. Полная механическая энергия сохраняется. Три условия. Да, это теорема. Это не аксиома никакая, это теорема. Если поверхность неподвижна, связь идеальна, сила консервативна, то полная механическая энергия сохраняется. Ну, действительно, значит, из первого условия и второго условия у меня сразу следует, что мощность реакции равна нулю. Мощность нормальной реакции равна нулю, как было в утверждении до этого. Мощность касательной реакции равна нулю, потому что связь идеальна. И из третьего, раз силы консервативны, то мощность активной силы равна минус полной производной по времени ее потенциала. Точно так же, как было в свободной точке, на самой первой лекции по динамике. Ну и все, отсюда следует теорема. Вот. На этом движение по поверхности мы рассмотрим еще пример движения сферического маятника. Вот. И, значит, еще в следующий раз мы рассмотрим движение по кривой. И у нас там тоже будет пример. Математический маятник. На этом сегодняшняя лекция закончена. Спасибо за внимание.